Это уже навели порядок. Дитё маленькое, посмотрите. Какое может? Дети, она дети плачет, маленькие. Она плачет, бабах. Она не может разговаривать. За что дети гибнут? Потому что она кричит бабах. Она боится этого. За что? Бабаха и всего. У меня внучка с подвала лет. Они... Второй стоит за мной. И муж сзади. И я, получается, вот так вот ее опускаю. И там, куда она уже упадет, вот это вот мы успеваем так слазить. А там постелили, вон, посмотрите, этот картошку, чтобы, если что, если ее кидать первую, чтобы на картошку она падала, вы можете снять. Таня, нельзя там включить? Тебя как зовут? А ее там некому принять, хотя я, в принципе, всегда инструктаж проводила. Говорю, кто-нибудь первый должен прыгнуть, чтобы ее маленькую принять, потому что она там ногами болтыхается. Но мы не успели вчера, как всегда. И мы, получается, я вот так вот ее этим... Рукой ее держу, она там бултыхается и ногами, куда успеет, попадет ногами. Нет, значит, я ее кидаю так на картошку, чтобы успеть еще второго ребенка затянуть. Потому что он за мной стоял, а муж следом стоял. Держитесь, а что делать? Вот у ребенок, она скоро заика станет. Я уже не знаю. Если бы не папа вчера, то я не знаю даже, как мы бы встретили это все. Если вот у нас все сразу подвал потянул и все. Ну пока еще не вот. Не, ребят, ну я не отвечаю за. Вы же поймите, что сказать можно все что угодно. Давай, да? Вот оно. Плохо видно, вот это масштабно. Они выдержали. С той стороны где-то.